fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get the service just like that started. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system. Где-то должна быть лестница. Где лестница? Хорошо работаем. Тот живет в хорошем отеле. Вот в этом деревне. Вон, на фоне нотариуса. Тебе нравится вид? Видала? Видала? Тебе нравится вид? Нравится. Когда вы ходили на бизнес-конференцию, самое время поделать классные фоточки странных локаций. Локация. Да. В поисках интересных локаций мы заходим в разные дыры Москвы. Главное, чтобы тут не было бомжей, собак, крыс и прочей нечисти. Перекусываем в Москве. Яблочко, кофею. Как, вкусненько? Я съела почти все свои магнит лапки. Почти 300 рублей я съела. Какой кошмар. Какая тебе больше всего понравилась? Острая. Мы сейчас за ней вернемся, я думаю, привезу кучу острых мармеладок. Она очень острая, да? Ну, да. Охрененно вкусная. Ну, это уже так себе. Просто что-то у меня жирный сладкий крысок. Что? И все. Это мутбор, или как это называется. Короче, когда я ем, я говорю. Мы сходили в секонд. В 2 секунда. И скажи мне свое мнение. Я хочу мармелад. Ну да, человеку очень понравился мармелад, теперь мы только за ним и идем. Нет, ну... Ну что, мы зашли в 2, один какой-то типа прям винтажная одежда по относительно демократичным ценам. Ну, выбрать вообще нечего, поэтому... Мы когда ходили в первый, там гораздо интереснее вещи, и цены гораздо приятнее, и вещи поносибельнее, что ли. Да, вот. Согласна. Да? Да. Мы сейчас только что вышли с очень интересной выставки, называется «Поверхность», с лазерами всякими. Аня? Да, мне очень понравилось. Вход был 500 рубликов за 15 минут просмотра. Самое классное было — это красные лазеры, которые просто пересекают тебя. И как ребенок ходишь за ними, рукой везде вот это дотрагиваешься. Короче, рассказываю. Взяли мы фалафель, естественно, перепутали и наши эти шавухи. Вкусно. Тофу не было. Я немножечко подрастроилась. Ну ничего, фалафель, в принципе, тоже вкусно. Я, правда, немножко по-другому видела, как это готовят. Блин, что-то со светом не то. Короче, вот, да. Тофу не было. Соус офигенский, потому что он не какой-то там бутылированный, он прям такой вжик-вжик, грибной и томатный. Я сказала даже, что тофу не было. Ну, не было, в общем, тофу, а так... Ой, вкусно.
Прям, Посмотрите на голодного ребенка. Испачкалась. Ты что, снимаешь, как ты ешь? Да. Да? Science editor Steve Newman reports on what...